Друзья, решил еще один тест записать. Вот сейчас, правда, ветер. Сегодня у нас 31 марта, конец марта. Завтра 1 апреля. Как видите, снега еще очень много. В этом году было снега много. Это 19-й год. Сегодня плюс 2. Пишем, вот сейчас ветер сильный. Наверняка заносит. Не взял я поролоночку, обычно накидываю. Идем по такому снегу. Стабилизация включена. И электронная, и такая оптическая стабилизация. Пишем на Sony X3000. А сейчас ветер сильный, думаю, что у нас пальчиковый такой боксик. Сейчас дойдем до речки, до родничка. Ну вот я так вот иду и проваливаюсь в снег. Поэтому, конечно, качки должны быть. Пишем 25 кадров. МП4. Такие красоты здесь. Снега полно. Там сошел с горки. Сегодня вода в речке очень мутная. Плюс 2. Вчера было минус 2. Светлая, чистая вода была. Сегодня активировался ручейный поток полностью. Идет очень мутная. Вот сейчас почти бегу. Сейчас посмотрим, какая муть идет по речке. Ну, это такой тестовый режим. Конечно, ребят, рекомендую эту камеру покупать. Она стоит того. Вот такая вот муть идет. А вчера было светло. Светлая прозрачная вода сегодня. Плюс 2. И все, пошел сток. Ну так довольно умеренно все сходит. Нет такого затопления. По крайней мере, не слышно. То, чего опасаются, пока нет. То тепло, то приморозит, но все в пределах. А вот тут уже и зеленушка появилась. Закончим пока.